Астропрогноз на 22 июля. Овен. Логика и здравый смысл сегодня ваши союзники, которые помогут доказать свою правоту и отстоять свои интересы, как на работе, так и в личной жизни. Телец. Постановка конкретных целей и задач поможет планомерно добиваться результата. Дерзайте, сегодня ваш день. Близнецы. Берегите свое здоровье, возможны травмы. В финансовых делах тоже не все гладко, не рискуйте последними деньгами. Рак. Претензии от коллег не должны вывести вас из себя. Держите себя в руках. Лев. Думайте, кому что можно говорить, а кому нет. Это поможет сохранить ценную информацию. Успех в финансовых делах предвещает крупную прибыль. Дева. Сегодня вы можете заметить, что коллеги, друзья и любимые имеют свое мнение, отличное от вашего. Не расстраивайтесь и прислушайтесь, это откроет для вас новые горизонты. Весы. Денег много не будет, так что довольствуйтесь тем, что заработали. Скорпион. Авантюры не для вас, будьте осторожны. Хороший день для общения с близкими людьми. Стрелец. Вы получите предложение по работе, соглашайтесь. Это принесет ощутимый вклад в ваш кошелек. Козерог. Нужно проявлять себя с новой стороны. Креативные идеи – это то, что вам сегодня необходимо. Водолей. Хороший день для посещения бани в компании друзей. Дайте себе и своему телу отдых. Рыбы. Не берите деньги в долг. Все нормализуется и без этого. Сегодня может произойти встреча со старым знакомым.